Ямы на дорогах для рязанских водителей видеть не впервой. Уже привыкли и даже находят пути объезда. Но страдают от всего этого именно автомобили, притом больше всего весной, когда асфальт проседает. Одно из мест, где просаженный асфальт бросается в глаза, это Площадь Победы, а точнее проезд Завражного. Здесь ямы прячутся под слоем воды в лужах. И если сильно разогнаться, то можно потерять составляющие своего железного коня. По весне особенно, что чаще всего ремонтируете в машине или меняете? Вот у сервиса выехал. А что меняете? Шаровые опоры. Короче, подвеску все перетряхаю, меняю. Подвеску? А почему? Потому что дороги плохие. Подвеску. Стойки стабилизатора, рулевые наконечники. В общем, все. В зависимости, как ездить. Следующая точка маршрута – это Первомайский проспект. Здесь асфальт не провалился, а просел. Специалисты утверждают, что состояние дорог зависит не только от таких очевидных факторов, как качество покрытия, технологии асфальтоукладки, но и также от системы отвода стоков и канализации. Дорожники говорят, что просадка грунта глубже 5 сантиметров возникает не из-за ошибки дорожных строителей, а именно из-за размытия грунта. Третья и финальная точка пути – это улица 26 Бакинских комиссаров. Эта дорога практически во дворе. И здесь огромная яма. Объезжая образовавшуюся яму, перед водителем стоит большая дилемма – оставить свою ходовую часть прямо на ней или поцарапать свой автомобиль о забор, объезжая ее. К сожалению, это три проблемы, которые часто встречаются в Рязани. Дороги во дворе, просевшие части трассы, а также ямы, которые скрываются в толще воды. О дворах и говорить нечего. Чем дальше от центра города, тем по таким дорогам сложнее проехать. В Рязани уже проваливался асфальт несколько раз. Самое крупное, конечно же, на Кремлевском валу. Тогда причиной обвала стала канализационная система. По словам дорожных служб, вода является частой причиной разрушения асфальта. Вопрос только в том, когда эти ямы заделают, да и заделают ли вообще. Или будут ждать до тех пор, пока в городе снова не произойдет обвал асфальта. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».